Кормушка прямоугольная с двумя стаканами. Также ставится или вместо потолочин, или в потолочинах прорезается два отверстия 3-5 сантиметров для того, чтобы пчела могла перейти через эти отверстия в кормушку. Тоже также состоит из крышки, самой кормушки и два стакана. Соответственно, пчела через эти отверстия попадает в кормушку. Стаканы ограничивают передвижение пчелы. Она поднимается и спускается по стенкам отверстия. Также в крышке кормушки есть вентиляционное отверстие.